Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию памятную монету Республики Беларусь номиналом 20 рублей, которая относится к серии «Цветы Белоруссии», называется «Звоночек персикалисты», или в переводе на русский язык «Колокольчик персикалистый». Дизайн монеты Майк Хофф, Германия, и монета отчеканена в Германии. Монета серебряная, проба 999, номинал 20 рублей, масса монеты 20 грамм. Качество пруф с использованием тампопечати. Диаметр монеты 38,61 миллиметра. Тираж монеты 2500 штук. Ну, теперь рассмотрим. На аверсе монеты изображен герб Республики Беларусь. Сверху по кругу надпись «Республика Беларусь». Проба серебра 999-я. Год чеканки 2014-й. Номинал 20 рублей. На реверсе монеты у нас изображены три цветка. Один из них выполнен там по печатью. И вверху монеты надпись на национальном языке Республики Беларусь. Звоночек персикалисты. И надпись на латыни. Монета довольно красивая, объемная и очень интересная. Это мое новое пополнение в коллекции. К монете прилагается вот такой вот сертификат, где все написано, что я про нее сказал. Ну и, друзья, также хочу вас попросить, кому нравится нумизматика, монеты, или вы просто хотите поддержать мой второй канал, переходите, пожалуйста, по ссылке в описании по видео, и там вы увидите более интересные монеты, монеты с моей коллекции, что я приобретаю. Если вам интересно, заходите и поддержите. На этом буду заканчивать это видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья!